Виктор из Магад С. Гуарда. Спасибо большое за донат с текстом. На запись, как закинуть Моисею видео с порно-актрисами, чтобы его не забанили. Именно так. Ну что, нас ждет 20 минут невероятно интересного контента. Надеюсь. Ну, возможно, нет. Тыры-тыры-пыры. Надо название сразу скопировать. Скопипистим. И знакомая. Ее потом можно съесть? Здравствуйте, меня зовут Юлия, я олимпийская чемпионка мира по порно. Представляю нашу российскую державу во всем мире. Ладно. Возможно, мои рофлы будут типа не самыми кринжовыми здесь. Я вижу тебя в одежде. Не, нормально, на самом деле, нормальная рофля. Спасибо, я тебя... Меня зовут Полина. Многие знают меня как Luxury Girl. Актриса, модель, режиссер, блогер, в общем, полный... Luxury Girl. Комплект. Всем привет, я Сола Зола, и я порно-актриса. Снимаюсь в жанре аматор со своим молодым человеком. Аматор, я такую группу знаю, кажется. Привет, камера, я Ева Эльфи. Сейчас я буду щупать что-то очень приятное. Расскажи немного про себя. Я актриса фильмов для взрослых. Вот это прям как бы самое интересное. Как у меня, знаете, болеем за нее. Что я... Тут же есть победители. Блоги. В «Матрице» снималась. Мегафан, да. Да, еще я настоящий эльф. И снималась в «Властелин колец». Меня зовут Сова, и я жду, чтобы тут главное не было пауков. Я боюсь пауков и темноты. Там темнота. Чего я больше всего боюсь, наверное, это пауков. Вы сговорились? Ну что, народ, когда будет самая очевидная шутка? Я не буду сам, я надеюсь на чат, на комментарии. Ну просто все девочки, мне кажется, боятся пауков больше. И мальчики тоже. Ладно, чего боишься? Про жизнь жить зря. Не слиться вечно с бесконечным, не познать жизнь. Так, тихо. Я боюсь тараканов. Сейчас крики уйдет. Надеюсь, их не будет. Все говорили пауков, ты отличилась? Я пауков не боюсь. А боюсь, что там будет что-то неприятное. Ну, то есть ты не боишься змей? Сука, я боюсь, что вот эта вот хуйня летающая, короче, тут перед камерой и перед экраном какая-то опять мелкая мошка меня заебет просто. Не, кстати, я хочу себе завести змею. Иди сюда. Хорошо, кротов боишься? Нет. Скорпионы? Вот к бобрам есть вопросы. Залупник. Ну иди отсюда нахуй. Когда я щелкну пальцем, ее нереально убить. Ждете, все, на что она садится, тут нельзя хлопнуть. Ну, то есть можно только аккуратно придавить. Ага. И она мельтешит перед глазами, как сволочь. Давайте чуть-чуть ускорим этот момент. Итак, расскажите мне, где вы находитесь. Вдруг будет угарная реклама, не будем перематывать. Я вижу огромное зеленое поле. Да. Признаки одиночества. По полю бегает много красивых и богатых мужиков. Тоска по отцу или деду? Да-да, еще, давай, еще немного. Давай, красавчик, да! Признаки чего-то скрытного и латентного. Да, гол! Ставка сыграла, официант! Так, стоп. Я сейчас щелкну пальцами, и вы проснетесь. Стой! Может, вы ко мне? Куда? В клуб «Батьбум». Здесь комфортный отдых по системе «Все включено 24 на 7», где вас ждут вежливый персонал, ежедневный кэшбэк до 15% в виде бонусов, а также спортивные трансляции матчей на большом экране. Так, а как я туда попаду? Карта клубов есть по ссылке в закрепленном комментарии. Ну, или просто щелкните пальцами. Я профессионал. Мне нельзя щелкать пальцами по любому поводу. Жаль. Просто новые пользователи могут зарегистрироваться прямо в клуб. А если на кассе сказать промокод «Кликбак», еще и сверху касать дополнительно. У нас получилось. Круто, да? Бэтбум. Манит. Открой комфортную игру. Да он не укусил, он просто летает. Тут как мразь. Так, это очень маленькая такая херь. Это не комар, это не муха, не знаю. Это какая-то супер мелкая такая, короче, дреснина. И от нее никакого ни вреда, ничего. Просто она мельтешит перед глазами и бесит, и все. Я хлопнул, ее у меня нет на руках. Но она летать перестала. Официант, включите карту, нащупал. Я, наверное, тоже щелкнул пальцами, и случилось волшебство. Ну, кстати, найс рофл. Что там? Ты что делаешь так? Это такой выпуск будет. Ну, блин, ну ничего, верится. Она сдохла, мне кажется. Это жабка какая-то? О май. Это ж...
А ее потом можно съесть? Я хочу, чтобы было что-то склизкое и мокрое. Мне такое нравится. Ну, это будет тебе. Ты что-то живое, да? Ой. Как ты любишь. О, ням-ням-ням. Да, о, это пельмешки. Это что-то с майонезом, да? Вареники. Ну да, вареники. Так, это же тарелка. Сука, вернулась опять хуйня. Это что-то пельмени. Это вареники? Да, вареники, да. А их можно съесть? Блядь. Если там живот щитом, на самом деле спокойно себя вести, он же чувствует, что я боюсь. Правильно, правильно. Но они еще не все в курсе, что там. Варенички. А, похоже на крем? Это пауки в креме. Вы меня отпустите только если угадал. Пауки в креме. Я могу одну забрать? О, подожди, я поняла, что это пельмени. Почти. Вареники. Да. Вареники теребить дали мне. Полина, Полина. А, о. О. Это не живая штука. Байтон донат на дихлофос, не видитесь. Пельмени со сметаной. Да если я тут в будке метр на метр гнида, а? Дихлофосом нахерачусь, то стрим будет интересный. Вареники. Со сметанкой. А как ты поняла, что это не пельмени? Ну они же такие более длинненькие. Я умею готовить вареники. Праздник! Привет. Свой вареник тоже умеешь готовить. Че, еще одна реклама? Ну, наконец-то ты пришел. Прости, немножко задержался на съемках. Он такой большой. У тебя их два? Ты кто? Я Эльдар Джарах, и у меня два больших сольных концерта в Москве 6 октября в Петербурге 8 октября. Я тебя жду. Бля. Иду в туалет, мне нужно еще слить альбом. Слить альбом? Сука. Люблю такие шутки. Спасибо за твое творчество. Нихуя себе. Спасибо. Смысл жизни. Держи на пиво, слежь, сиги. Снимай шляпу. Спасибо огромное. Просто косарь, не на видос даже, а просто так. Спасибо. Ну, типа, за радость творчества. Спасибо большое, очень приятно. Как говорится, не знаю. Спасибо. Спасибо большое от души. Сиги, дошек. И пивка может реально купить, кстати. Спасибо огромнейшее. Трогаешь сегодня ты, а смотрим мы. Получается, мы сегодня кукольники. Я, в принципе, смотрю, так всегда происходит. Трогаю я, смотрите вы. Ну, вообще-то да. Вообще-то да. Ничего нового. Только не плачь. А если очень сильно захочется? Можешь медленно опускать руки. Просто их пугаешь. Да, они, кстати... Только не тараканы. Это пауки. Там пи***ц, да? Да, да, а можно войти? Наконец-то! Ну, огромные и медленно шевелящиеся, кстати, не такие уж и противные. То есть, учитывая, что... Нет, если, короче, мелкая всякая херь бегает у тебя по комнате, типа там жучки, какие-нибудь тараканы, типа по полу, там, не знаю, по возле раковины, типа, на кухне. Это гораздо мерзже, чем просто ты засунул в коробку, они внутри коробки, из которой они никуда не торопятся, просто чилят там. Ты их потрогал, мне кажется, не так уж и мерзко. Нормальная человеческая реакция. Да, блядь. Конечно, входи. Да как ты это делаешь? О, это же эти тараканы. Да. Мы понимаем. Вы бывали там. Да. Да ладно, вы помержи вещи трогали. Там что-то тронулось, я знаю. Нет, в этой передаче тронулась я. Оно двигается, что ли? Это листики какие-то. Нет. Я не знаю. Это жуки. Привет. Боже мой. Ой, это кто-то шипит. Там что-то жуки. Они там спали? Это мама с папой, отошли, что могу говорить. Я, кажется, поняла, кого там. Как бы почувствовали вайб порноактрисы и все. Там же может быть милашка. Ну, смотри, получается туда-сюда. Там что-то выбрало! Это мадагаскарские тараканы! Не голосом нежно, а руками нежно. Это тараканы! Я чувствую их панцирь, это самое мерзкое, что может быть. Это тараканы. Тараканы какие? Магаданские. Ну как будут магаданские? Да, это магаданские тараканы. Магаданские. Это тараканы. Теперь я понял, почему Виктор так радостно это задонатил. Такой, о! Это же про меня, типа. Да блядь! Вот самая мерзкая херь. Вот это вот хуебаса летающая. Я даже не знаю, как это называется. Фух, это будет мерзко. Я представляю, какие небольшие кабинки. Там что, порноактриса есть? Ну, есть одна из них. Да блядь. Не выйду. Это же уебище. Да, вот такие сидят. Просто сын говна, блядь, на мухе. На чем-то. Я даже на мошке какой-то. Есть что-то страшнее тараканов?
Наверное. Сорян, что видос руинится из-за этого всего. Ну, для меня точно нет. Юль, что ты самое необычное трогала за свою жизнь? Я не хочу пока что-то ставить на пьедестал. Возможно, сегодня я смогу. Сегодня я смогу что-то потрогать необычное. Все равно я волнуюсь. Повторяю, что ничего не боюсь. Можно трогать? А. Хочу себе такой футбол. Что-то большое! Привет, что там? Ого! Господи, чего там так всего много? Человеческая многоножка? Так, это три куклы. Так, это Трисон? Нужно еще узнать, что именно там, да, видимо? Три, четыре, пять. Так. Да там есть темнокожие люди? Да. Сразу поняла. Ой, у меня холодок побежал. Я сейчас... Что ты хотел сказать? Я сейчас... Что? Потеку. Что это? Ребят, так, ну это куклы Барби. Это инсталляция. Нужно угадать эту инсталляцию. Да. Это как будто косточки в ткани. Так, а как ты получается? Косточки в ткани. Что? Подождите, у меня... А, это моя рубашка. Это девушка, да, все видно какая-то. Это темнокожие люди. А где девушка? На диване. Это девушка на диване, вокруг черные чуваки. Это семья какая-то. Угадала название. Ну, типа, я не знаю, у этого и нет названия, но... Ну, короче, да. Что это? Не совсем. Мем угадан. Вот так значит, да? Это, ну, это как этот мем, где сидит, короче, девочка, выкнёт кучу. Африканцы. А, это то видео, где одна девочка и пять... Африканцы. Запикивают даже, да? Это типа диван, там сидит девочка, и сзади неё... А, я, кажется, поняла, да-да-да, это та самая блондинка. Африканцы. Блин, а что такого в том самом слове? Есть награда за секс с африканцем. Это Барби, какая прелесть. Типа, YouTube же, ничего страшного. Крутяк, да. А почему, кстати, ограничение по возрасту? То есть, что тут такого происходит? Хера, почему так шумит? Крутилятор. Ничего себе, блин. Я даже не заметил. Знаете, когда на аттракционах, короче, катаешься, сначала на один садишься аттракцион, потом на другой садишься, и потом в конце такой, а, давайте на пулю, на бустер, там, на какую-нибудь еще фигню, и у меня все время так, вот у меня сейчас так же. То есть я боюсь, но я хочу еще. Сердечко бьется. Почему? В конце всегда самое пассивное. Ну как ты и заказывала, бобры? Да, приветствую там, кто в чате. Ну, слушайте, после этого выпуска с чайным грибом, мне кажется, ничего хуже быть не может. Так, надо засучить рукава. Между прочим, я рыбалку вообще занимаюсь, так что... Ты рыбалку любишь? Ну да, я все время об этом рассказываю. Я участвовала в «Окском-трофее», это такой турнир по рыбной ловле, и заняла 4-е место, а мой экипаж занял. Так за среди 56 экипажей, где были топовые рыбаки, которые занимаются этим очень долгое время. А с гарпуном охотилась? Нет, щуку сюда. Ну тогда не поможет тебе. Нет? Черепаха? Может быть, это черепаха? Может быть. Холодно. Там экипаж, наверное, это просто хотели перед женщиной повыпендриваться просто и постарались получше половить. Болите. Это креветки? Нет, не креветки. А, эти крабы? Нет, нет. Что, нет. Ну какие-то эти? Ну, а я вчера, раки? Раки? А я вот их ела вчера. Хити, я почувствовала. Ага. Это раки. Кстати, в воде я себя ощущаю как будто комфортнее, чем. Да, но я еще рак, наверное, по гороскопу, поэтому. Ага, это типа что-то, видимо, как будто... Иди сюда. Чего тут опять так много чего-то? То есть, как бы сама даже угорела? Что по гороскопу и не угадала, забавно. И не только по гороскопу. Это мы тараканов утопили. Вы еще причем сами. Это как будто какие-то крабики, мне кажется. Это раки. А как ты, с чего это вдруг? Усики там какие-то. Думаешь, это так легко? Твердое. До твоего прихода оно было мягкое. Теперь мы знаем, были немножко больше. Да, там был лед. Но это не мидии точно, это рак. Длинные усы. Почему, типа, раки менее мерзкие, чем тараканы для них? То есть... Такие же огромные, с хитином, типа... Это раки. Да! Это самое короткое видео с твоим участием, когда я катаюсь. Ой, так они миленькие. Ой, какие они маленькие какие-то. Так бы их и выловила. Смотрите, какие они милые. Как их можно бояться? Вот. А тараканы мерзкие. Ну, ладно. У меня опять руки трясутся. Аккуратней. Привет. Будем знакомиться. Ага. Оттуда тепло исходит, это что-то живое. Экстрасекс. Солнышко. Чувствую энергетика. Маленькое солнышко тебя там вдевает. Там секс какая-то была. Мне кажется уже. Может, это будет котик, пожалуйста. Вот это, конечно, да, вот это мы перепрыгнули. Милохин с красоткой. Оно там какает? Ну, оно подозрело крепко. Опа! Ты пугаешь? Что-то такое. Я такого не трогала еще сегодня. Я всякое трогала. Ну давай, давай гадать. Голова человеческая. А нужно гадать чья? Да.
Воняет, честно. Чем-то пахнет. Чем-то воняет, да? На самом деле пахнет какой-то шкурой. Поэтому ты просто меня понюхаешь. Засунь руку, он согласен. Да маленькая кобылка, она уже легается. Продолжай! Да ты сладкая! Да ты хорошая! А, нет, это не то, наверное! Ой, ну что-то было самое приятное. Это какой-то брундук. Оно ушло, да? Да. Кля! Это какой-то БДСМщик жесткий. Это известная личность? Да. Это молодой. А, ну подождите, Ильи-то нет, это Илья. Я сказал молодой. Это раб. А как можно узнать вообще? Это был человек, который не угадал в прошлом выпуске, я поняла, да. Я угадала. Баск? Я говорю, не Баск. Я не знаю, кто сейчас согласится с кляпом сидеть в коробке. Я считаю, что у него кляп во рту. Басков, типа, согласился бы. Кукол. Ты мой маленький. Вот. Сладенький. Работы? Что? Это голова. Да. Ты такой сладкий. Ему нравится. Не бойся. Почему он такой волосатый? Ну, волосы очень мягкие, конечно, больше похожи на женские. Либо очень хорошо ухаживает. Вот. Кто хорошо ухаживает за волосами? Это известный человек. Это молодой человек. Если сейчас включить 15-секундную музыку, он тут раз***ет все и попадет в рекомендации. Это Милохин? Серьезно, это он? Это какая-то популярная личность? Конечно. Это музыкант? Ну да, да. Он популярный в ТикТоке? Да. А, можно задавать вопросы? У меня память на людей плохая. Слушай, вот смотри, у тебя же лапки. У меня? Чего? Ты 10 минут назад сидела и снимала ТикТок. Это Милохин? Да, не Милохин. Милохин? Да! Спасибо, привет. Можно тебя обнимать? Приветствую, чат. Спасибо. Я не ожидала познакомиться с тобой при таких обстоятельствах. Хрень куда-то улетела, кстати. Я так и знала, что будут тараканы. Почему-то я думала об этом. Господи, пожалуйста, только не тараканы. Я так их сильно боюсь. Причем никто из моих знакомых же не знает, что я боюсь тараканов. Теперь все будут знать. Очень страшно. Самое страшное — это были куклы, потому что они были такие огромные. Но не так страшно, как оказалось. Поэтому еще раз страшно, немножко страшно, еще чуть страшно. Поэтому спасибо большое. Единственное видео с этими женщинами, которые я не перематывал на интересный момент. Очень клево. Все было очень весело, я, конечно, немножко волновалась. Обезьянка в голове вот так тарелочками делала. Ребят, спасибо вам огромное. Подписывайтесь на канал Кликлак. Это нереально крутые эмоции. Я реально не ждала, что у меня будет такая непонятная реакция. Это было безумно страшно. Я желаю вам, чтобы вас трогали так же, как порноактрисы пытаются нащупать, что находится в этой коробке. Очень нежно, аккуратно, с небольшой долькой страха. Любите друг друга, занимайтесь любовью, а не войной. Дорогой друг, скорее всего, это первое видео с участием Жи, Лисы, Сол и Зол. А, побеждает, кто быстрее. Угу. Ну, кстати, я думаю, в их профессиональной сфере наоборот-то как бы лучше подольше. Ева, Элфи, Ол, Кристал, Курач, дело, которое ты посмотрел до конца. И именно сегодня ты узнаешь, что в конце каждого видео с ними выбирают победителя. И сегодня им стала Джия Лиса с результатом 8 минут и 24 секунды. Спидранер прям. Так сказать, кто мастер хэнд-джоба, мы сегодня узнали. Спасибо большое, Виктор из Магад-эс-Гварда. Так сказать, магаданский таракан. Не знал никого из этих девушек, поэтому пришлось изучить их творчество на скорую руку. Неплохо. Следующие с экстрасенсами пусть сначала угадывают, а потом лезут щупать. Ну это да, нормально. Жду такого состава в зашкварных историях. Так. Ну, кстати, да. Зашкварные истории с таким составом — это было бы вообще жесть. Пахнет какой-то шкурой, блядь. Ну, может, она не первая, типа, там... лезет и все. Кем-то другим пахнет. Жопу рвали за отечественную киноиндустрию. Респект таким людям. Ну, шутки шутками, а как бы действительно, уж чем родина богата, так сказать, и в какой сфере эти руки не для скуки, сука, и в чем у нас все хорошо, так это вот порно. И что самое обидное, я, короче, уже, да, говорил, что я полностью согласен с Хваном на эту тему, что супер тупо, что в России
ну, типа, оно не то, что там как-то, не знаю, декриминализовано или еще что-то. Ну-ка, даже я погуглю. Съемка порно в России, закон. Ну, короче, типа, нельзя. А, незаконное изготовление. Блять, а есть законное изготовление? Перемещение тыры-пыры. В целях распространения... А как может быть... То есть, а тут написано незаконное изготовление... типа перемещение в целях распространения, демонстрации, рекламирования, распространения порнографических материалов или предметов. Штраф, тыры-пыры. Ну, публичная демонстрация, наверное, да, окей. Это... Хотя... Я считаю, надо все, надо эту статью убирать. Все, не то, что там легализовывать, сделать все, сделать в Сочи новую там Чехию. Почему... Наши девицы уезжают в другие страны, там платят налоги. У нас такой, так сказать, капитал имеется. Пусть все. Всем страховки, всем, короче, это... Трудоустройство, трудовые книжки, я не знаю, еще что-то. Почему они к чехам уезжают, их там чехи ебут? Это ж ужасно. Кошмар. Ну, или даже со своими чуваками уезжают, но все равно деньги тратят потом в Таиландах, там всяких хуйландах, и все. А там, между прочим, со всего мира доход идет. Так что это очень большая потеря. Вот так вот.